Кстати, я тут наконец жениться собрался. Пора уже о старости думать, верно? Наш уговор я все 10 лет соблюдал свято. Обижаться тебе не на что. Так что нужно место освобождать, дорогая. А себе-то ты запасной вариант заготовил, надеюсь? М? А вот и моя невеста. У нее муж есть? А, ерунда, люди взрослые. Разберемся. Не плачешь? Ну и умница. Это кто, это умница? Ну, кто же, как не мы? Ой. Ой, какие цветы. Спасибо большое. А вкусненько ты? Привет. Ой, ой, как здорово. Что такое? Не выветрился запах, до сих пор пахнет генералами. Да, а у нас не только генералы были, но и космонавты, и артисты. Ну, братцы, а теперь пришел и наш черед. Богом. Когда чокаешь, надо смотреть в глаза. Только в глаза. Такайская, моя любимая. Ну, пробуем. Хоть ящика. Ну, теперь такой березки на валюту. Ну, так что? Мне прикажешь ее добывать? В интердевочке идти? А я пойду в интербабушке. А вы будете на нас зарабатывать. Ну, знаешь. Нет, лучше в экстрасенсы пойду. Мам, правильно, пусть меня научат. А хотите, я покажу, как у меня сильное биополе, а? Конечно. Сейчас. Хочу, понимаешь? Да просто не может. Ну, раз, не надо. Давайте жить дружно. А что я правду сказала? Что ж мне теперь из-за его бестолковости работать идти? Я раньше 12 не встаю. Дай-ка мне крестик. Ну, давай быстрее. На всякий случай. Свет? Слышишь? Так, тихо. Мне чье-то биополе мешает. Сергей, уйди. На 5 метров. Не-не-не, нельзя от свечки. Что ты, плохая примета? Сколько у меня времени? Несколько месяцев. Видела дуру. Может, сутками этим заниматься. Ну-ну. Не волнуйся, им сейчас не до нас.
как она меня достала. Видите? Да. Что я вам говорила? А если она пить не захочет? Захочет. После пробежки до электрички и гонки по Москве понадобится освежиться. Так, значит, ты проснулся утром, не застилая постель, принес колбасу. Почему не на кухне? Коммерческий канал. А ее вино? Ну, пусть хоть к этому придерется. А вот постель. Так. Запаха никакого. Ни запаха, ни вкуса. А вскрытие? Это тебе не яд, а снотворное. Всасывается молниеносно и полностью. Это я тебе как фармацевт говорю. Уже уходишь? Да. Она будет минут через 20, если на метро. И минут через 10, если на машине. Не уходи. Ты что, с ума сошел? Ну. Ну, участник адвюльтера спокойней. Давай я просто так ее брошу. Давай. И машина, и квартира, и академдача, все ее. Давай к тебе. А Юлика куда денем? Это он меня выгнать может, а я его нет. Я тоже содержанка. Пусти. Слышь, мне больно, пусти. Все равно не хочу. Не хочешь? Не надо. Все, хватит. Я ушла. Тогда возьми себя в руки. Главное, будь совершенно естественным.
Ой, ты чего? Ну, а дальше что? Ничего. Опять мое такайское попиваешь? А почему оно твое? Ты же за рулем алкоголик. Слушай, не волнуйся, мне ящик обещали. И поэтому ты с утра напиваешься? Ну, почему поэтому? Меня в огонек пригласили спецкором. Ба! Будешь? Ух. Я думал, что ты поэтому и примчалась. Думал, уже сообщил кто-нибудь. Огонек. Очень смешно. Да я над другим. Вот дура. Кто? Ирка. А что такое? На, почитай. Утром получила. Так-с. Ларочка киска, хорошо. Маленькая рекомендация. Проще всего любовницу застать утром. Ира. Точно дура. А вообще, знаешь, может, она в меня влюбилась? У тебя мания величия. Да? И ты что, меня к ней не ревнуешь? Я тебя вообще не ревную. Просто противно. А мне насрать, что тебе противно, ясно? Не ори на меня! Тебя здесь никто не держит! Ты что? Что так голова? Сергей. Пусти. Быстро в ванну. Сажай здесь. Прислони к стенке. Купальник неси.
Слушай, билет есть, а где письмо мое? Давай. Включай воду. В чем дело? Шум. Разбудим ее. Да открывай скорей. Сергей, быстрее клади ее. Только осторожно. Осторожно. Идиот! Сказал же осторожно. Иди одевайся быстро. Твое счастье нет вроде ссадин. Это следы насилия, понял? Голову зальет минут через 20. Езжай в редакцию, в дом журналистов, куда угодно. Главное быть на людях. Записывают. Тебе не надо? Не, возьму только советский. Здорово. Здорово, Юра. Привет. Угу. Здорово. Привет. Привет. Ты в столовую? Я в отделе не был. Займи мне очередь. Хорошо. Ты член Здорово. Союза? Ну? Своди в дом жур с двумя девчонками. Что, ты в очки? Ну ты гад. Некогда мне. Здорово, Серега. Здорово. Ура! Не успел кончиться рабочий день, как явился Бойко. Привет. Привет. Донецк! Какие дела, Фимочка? Алло! Ой. Плохие. Донецк не дают. Ой. И кофе кончился. Сходи в буфет. Я тоже так думаю. Чем занят Стагик? Ладно, погасай эту муть. В Измайлова память не санкционировано собирается. Так вот, главный погасил 120 номер. Лады?
ты как думал? Вода. Я воду спускала. А, вот ее вещи. Чуть вино не забыли. Представляешь, я вылила. Где у тебя брезент? Давай, бери. Осторожно. Выйди, от тебя все равно никакого толку. Бери. Быстрее. Свет. Сергей. Экспертиза воды в легких. Не боишься? А ты? Если не будет оснований, то и делать не буду. Пошла купаться ночью. Вода холодная. Судорога, сердце, приступ, что угодно. Милиция! Ты что? Ты же простой гаишник. Пальчики-то дрожат. А вы не пьяны? Инспектор, тут дела семейные, его скорее пожалеть нужно. Или позавидовать. Посочувствовать. А нервы мужа следует поберечь, раз он за рулем. Хорошо, буду беречь. Как
как его, а? Принеси вещи. Пока никто не приехал. Клади туда, в кусты. Чтоб заметили не сразу, а нашли быстро. Ну все? Держи. Дай руку. Ну, быстрее же. Быстрей. Запруда далеко от моста? Метров 100 ниже. А что? Там ее завтра и найдут утром. Тебе сообщат, я думаю, где-то к обеду. А мне что до этого делать? Что? В горе впадать, как-никак любимой жены лишился. Ищи, сама позвоню. Держи, самое страшное уже позади. Это для тебя.
конце концов. Ты сама во всем виновата. Ты меня всю жизнь считала купленной вещью. Да-да, купленной. За машину, за квартиру. За дачу. За шмотки. За Москву. Москва златоглавая, перезвон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов и конфетки бараночки, оп, словно лебеди саночки. Ой, вы кони залетные, а в кровати? То неделю меня не подпускала, а то только сяду писать, и тебе приспичит давай-давай работай, помнишь? Сколько раз ты за год квартиру убирала? Не считала? А я помню. У меня уже изжога. Изжога от баночной ветчины. Хотя ты могла понять. Я с тобой за 3 года ни одной стоящей строки не написал. Поэтому не я тебя, а ты меня убила. Вот так. Дай подушку. Все. Моей жизни, нечетный, замечаешь? И третий муж, тоже нечетный, Рок. Он продержался больше других. 1.5 года. Алло, слушают вас. Алло! Дурацкие шутки. Ну? Так вот, ровно через 1.5 года я его потеряла, а Уваров терпел меня еще 1.5 года. И все эти 1.5 года я была без зонта. Опять. Редакция. Бойко. Откуда? Ты ждешь от звонка? Да-да. Давай. Слушаю. Да. Фирма требует неустойку. Сколько? Так. Очень хорошо. Да нет. Не в том смысле, что хорошо, а в том смысле, что очень плохо. Ага. Записываю. Я вырезала, а ты клей. Ленки еще неделю не будет. Я поехала на завод. Кажется, влипли наши бизнесмены. Который час? 4. Рано еще. Клей. Ура.
Алло, слушаю вас. Ирина Юрьевна, вас. Спасибо. Алло, иди, как я принесу телефон. Я же просила тебя сюда не звонить пока. Ну и что? Значит, позже позвонят. Я просила тебя не называть меня по имени. Поезжай на дачу, как обычно. Может быть, там тебя уже ждут. Нет, я тебе не звонила, а что? Да ничего тебе не надо делать, веди себя нормально, и все. Ты понял? Все, пока. Сергей Федорович, знаете уже. Видели жену-то? Жену? Когда? Ну, после этого-то. После чего? Да вы посмотрите. Окно-то. Сукины дети. Под утро уж сегодня. Щебня с дороги набрали, давай по окнам лупить. Трех дачек побили. Естественно. Лариса напугалась. Лариса? Ну да. Вызвала такси и уехала. На такси? Желтая Волга с шашечками. У нас нет телефона. Тут не звонить. Тут надо, держи-ка. Тут писать надо. Я тут приготовил рапортишку. Сами видели? А как же? Только стекла зазвенели. Вон в лес и удрали. Я про Ларису спрашиваю. Ну, такси отъехало. И видели, как она садилась туда? Так вы подпишите, Сергей Федорович. Салага.
А ну ко мне! Оля, это ты? Подожди, куда ты меня тащишь? Да осторожней ты, колготки порвешь. Да что такое, в конце концов? Ты можешь объяснить нормально? Я же просила тебя сюда не приходить. Да? Да. Ты знаешь, что она пропала? Кто? Лариса. Как пропала? А вот так, ее нигде нет. И у запруды тоже. Ты что, в речке искал? Искал. Идиот. Тебя же могли увидеть. Сама идиотка. Нет ее нигде, ясно? Может, не нашли еще? И одежды нет. Ну ладно, потом поговорим. Когда потом? Потом я тебе позвоню. Пусти меня. Слушай, ты, может, слинять хочешь? Что, испугалась? Миленький, а зачем бы я все это затевала, не подумал? Успокойся, выспись, приди в себя. Сосед видел, когда она уехала в желтом такси. Когда? Сегодня утром. Ну, день перепутал или вообще год? Он, наверное, старый, из ума выжил. Ему 50 нет. Полковник в отставке. Я потом погнался за какой-то желтой Волгой. Но она тоже исчезла. Что, испарилась? Нет. Но свернуть ей было некуда. Знаешь что? Подожди, подожди. Ты смотри, с ума не сойди, слышишь? Я тебя сама найду. Поедем ко мне? Нет. Послушай. Нет, Сережа, не сегодня, нет. Я тебе позвоню. Не сойди с ума. Слушаю вас. Тихо, спокойно. Тихо. Я только пульс хотела послушать. Да ты что, миленький? Я так и знала, что ты тут переживаешь. Ты вообще ел что-нибудь эти дни? Сейчас. Так. Чайник я уже поставила.
Да. Ты думаешь, мне это легко далось? Я тоже ночь не спала. Да-да, не спала. И знаешь, к какому выводу я пришла? Ты плохо искал Ларису. Ее могло затянуть под корягу или в водоворот. Не могло. А если не могло, если обойтись без мистики, тогда слушай. Тело спрятали. Кто? Тут два варианта. Или от милиции, маловероятно, но вдруг... Что? Я же сказала маловероятно. Но, скорее всего, тут другое. Я думаю... Слушай меня внимательно. Я думаю, нас кто-то видел у речки и спрятал тело, чтобы шантажировать. Кого шантажировать? Ну... Сергей, послушай, в любом из этих случаев нужно просто сидеть и ждать, понимаешь? Если это шантажист, то он сам объявится. Ну, сколько он попросит? 5000-10000? Это не деньги по нынешним временам. Успокойся. А такси? Мне сказали, что она уехала на желтом такси. Кто сказал? Гуртов. Кто такой Гуртов? Полковник, я тебе говорил, дача рядом. Ну вот, значит, он и украл Ларису. Нет. Почему нет? Не мог. И потом я тоже видел желтое такси. Чушь. Бред. Ты когда видел? Вчера вечером. Но он же тебе про утро говорил. Ну да, когда у нас стекла побили. Что? А влезть через дыру на дачу можно? Наверное. Так. Вот оно. Ну все, все, все теперь понятно. Что? Что-что? Что труп украли, а теперь еще улики ищут. Идиотка, я что, я сюда пришла? Ира! Чайник. Так и тронуться можно. Все, давай, ешь, приходи в себя, я ушла. Стой! Ты что, с ума сошел? Пусти. Ничего пока не произошло страшного, пусти меня. А я? Что? Что мне делать? Начинаю искать, только не в речке. Позвони подругам, съезди еще раз на дачу. У тебя жена пока просто куда-то уехала, понял? Да не дрейф, мужик. Фим, подстрахуй меня сегодня, на дачу надо съездить. Случилось что? Лариса пропала. Два дня нет, ни на даче, ни дома. Дорогой, у женщины тоже может быть своя личная жизнь. А так раньше никогда не делала. Никогда не делала, а сейчас делала. Что ты разнюнился-то, а? На тебя даже не похоже. Сейчас жизнь сама знаешь какая. Да брось! Ты же не кооператор. Что с тебя взять, а? Может, она уже дома отсыпается, а? Ты себя с ней не равняй. Она же девочка еще. Ну, хочешь, дежурным по городу позвоню? У меня с ним прямой канал.
Мой последний тоже. Алло, дежурный? Кораблев из комсомолки беспокоит. Да-да, та самая. Да нет, у меня тут дело особого рода. Да, у нашего корреспондента жена пропала. Не было у вас там случаев, происшествий, лет? 24. 24. Блондинка, да? Да. Рост? 162. 162. Глаза темные. Да. Одета? Такая куртка зеленая. Куртка зеленая. Жду. Так вот, мой последний тоже пропал. Ну, а потом позвонил из Вены. Права просил. Он бесправный уехал. Лет 5 назад за этого затаскали, а теперь ничего. А права? Что? Фиг ему, а не права. Видите ли, он там валюту жалеет, а здесь еще неизвестно, как обернется. Да? Да? Что? Это точно? Может, не она? Только так? Опознание? Ирину Юрьевну, заболела? Спасибо. Что ж ты делаешь, гад? Куда ж ты пошел? Совсем уже? Эх ты, козлин. How do you do, Серый? Ты чё такой взъерошенный? Проходи. Ты ко мне или к мамочке? У меня это... несчастье, ребята. Ну, проходи. Проходи, проходи. Только погоди, сейчас так просто не рассказывай. Ну, садись, я тебе рюмочку налью, успокойся только. Все так, членораздельно, сейчас мне и расскажешь. Алкоголик, как сейчас выясняется, в малых дозах даже и не вреден. На, возьми, глоточек сделай. Это полезно сейчас, на-на-на-на, тебе надо. Ну, давай, рассказывай. А может, как говорится, чем богаты? Юлик, Лариса пропала. Как пропала? А сейчас мне сообщили, что она утонула в Москва-реке. В Москва-реке? Да. Кто сообщил? Управление внутренних дел. Ты ее видел? Нет. Но приметы совпадают. И время. Ты опознал? Ты опознал? Я только узнал. Через газету. Ну, может, это не она. Нужно поехать посмотреть. Понимаешь? Где это? В морге. Гагаринском. Ты понимаешь, слышишь?
скорее. Ну, я умоляю тебя. Ну, знать же нужно. Друзья волнуются, муж. Да ну... муж-то кто? Иди сюда. Ну что ты встал, как пинч? Ну, выбирайте. Что? Кого показывает? Господи, я же тебе сказал, скотина. Девушку из Москвы, реки. Угу. По первому разу, конечно, производит. Ну, не ваше ж. Радуйтесь. Шизофрения, как и было сказано. Да, больше меня в такое местечко и клочком не завалишь. Для моих нервов. Кстати, Сергей, ты ведь псих. Вместо того, чтобы сломя голову бегать по моргам да по милиции, ты бы лучше... добыл ей где-нибудь ящик такайского, что-нибудь вкусненького, чтобы жены от тебя не бегали. Да. Кстати, а когда Лариса-то исчезла? Около 2 дней. А что, подруги, дача? Вот именно, поискать нужно было сначала, потом устраивать не весь что. Ты у партнихи был? Нет. Где Ларису искать нужно? У массажистки, в парикмахерской. Вот мужики бестолковый народ. Еще нас истеричками называют. Голубь, если ты Ларису сегодня до вечера увидишь, то попроси, чтобы она мне позвонила. А если ее нигде не будет? Тогда сам позвонишь. А мы уж тогда с мамочкой подключимся. Мы ведь ее очень любим. Не дай бог, если с ней что-нибудь случится. Правда, мамочка? Ну что, идешь? Юлик. Подожди меня, пожалуйста. Я Сергею позвоню. Я буду. Ты что, Юлика, совсем за идиота держишь? Понимаешь, я нет, тут... это ты пойми. Ты нас обоих под монастырь подведешь. Эмоции-то, дорогой мой, при себе держать нужно в нашем положении. Ведешь себя, как последняя тряпка. Иди сюда. Истеричка. Я тебе серьезно говорю, забудь, что я существую на свете. Сделай что-нибудь сам. Хотя тебе и делать ничего не нужно. Понимаешь, тебе главное не сказал. Мне все время звонят и молчат. И стул у меня валялся, а теперь встал. Может, стул тебе по телефону и звонил? Полечиться тебе надо будет, когда все это кончится. Я не знаю, кто мне звонил, но когда я уходил из дома, стул лежал. И шкаф был открыт. А теперь закрыт. Ты сам его закрыл автоматически. Я ничего не закрывал. Может, еще про желтое такси расскажешь? Успокоительное. Не больше 1 таблетки в день. Слушай, а может, мы это все зря? Что зря?
Все. Что все? Может, иначе все надо было? Нет, это невозможно. Так, тебе было плохо с ней? Да. Ты хотел потерять московскую прописку, работу и все остальное? Нет. Тогда в чем дело, Сергей? Это замкнутый круг, квадратура круга, ты понимаешь? И мы все четверо там внутри. И нам там тесно. Все, не ходи за мной. Но почему она? А кто? И вообще, кто она такая? Ласковая, нежная насекомая, по-моему, так ты ее называл. Ты вот лучше о другом подумай. Может быть, вот это опознание специально организовано? А ты завтра на дачу едешь? Захватишь нас с Полинкой? Понимаешь, тут Лариса. А что Лариса? Лариса разрешила, да. Да-да, сказал, что ждет. Кого? Как кого? Нас. Турочка. Эй. Эй. С ней говорила. Сегодня. Я ей звоню. У нас нет телефона на даче. Ну да. То есть это она мне звонит по телефону откуда-то, а я ей говорю. Что? Ты что, пусть ты дурак, порвешь ведь. Ну да, она приезжала сегодня. Но это совершенно не то, что ты думаешь, между прочим. Совершенно не то. Пусти. Я же не знала, что не в курсе. Я ей, между прочим, с самого начала говорила, что тебе нужно все рассказать. Но они надеялись, что после свадьбы все пройдет. Что пройдет? Как что? Ну, эти ее завихрения. У нее очень сильное биополе. Понимаешь, этот экстрасенс сказал. И когда она слышит астральный призыв, она обо всем забывает и идет к нему. Но ты только пойми, он хоть и мужчина, но здесь в этом смысле все чисто, в интимном. Ну, что-то такое. Такое астральное общение. Да стой же ты, Ирод. Что? Она тебе сама рассказывала? Что мне рассказывать? Что, я не знаю, что ли? А Лариса тебе что-нибудь говорила? Ну, я не записывала. Ну, что страшно одной бывает на даче. А в чем она была? Ну... Курточка такая, зеленая, бархатная, с бахромой вот здесь. Маечка на лямочках, такая коротенькая, черная. Брючки такие, узенькие, модные. Сережа, ты никому не скажешь, что я тебе проговорилась, а? Ну, я тебя очень прошу, не говори, ладно? Но ты будь уверен, здесь дело чистое. Ты просто стала ее слишком часто одну оставлять. Вот и началось опять. Лариса знаешь какая? У нее вон какие знакомые. Художники, поэты, режиссеры всякие. Он вообще такой человек. Ей всего с размахом надо, большого. Ты бы, я не знаю, как-то
Одевался пооригинальнее, что ли? Тебе же я, дед, предлагал пресс-атташе попробовать. Вали отсюда. Стой. Слушай, а ты ей руку пожимала? Поцеловались, как обычно. А рука? Рука у нее, как обычно? Кожа на руке, как обычно? Чего? Ничего, топай. Эй, мужик! А? Чё надо? Чего? А что? В морду дать? Да, давай. Опять жену ищешь? Так она ж на даче. А если любишь, так это не здесь. Это выше, вон, у санатория надо. А здесь, во, барахло. Ну что, идем? Я потом. Что? Позже. Ну, бывай, увидимся.
Ой, ну что ты сразу же, больно. Вот именно. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Может быть, даже и права. Ну, действительно, лет на 10 на меня раньше положит гроб, чем положено. Ну и пусть, я согласен. Так хочется тепла. Пусть даже из-за шмотки, ласки, нежности я и нужен. Тебе никто не нужен. Больно, ну что ты, ей-богу, да сколько раз тебе говорить. И потом, если бы ты была законной женой, законной, ты бы уже давно вколола чего-нибудь успокоительного. Знаешь, ты не обижайся. Самое главное, ты, лапушка, дьявольски умна. А это утомляет. Вас поздравляю. Она ждет меня дома. Лариса вернулась. Ну, прекрасно. А что я тебе говорил? Вернулась. Мы с ней просто разминулись. Она меня дома ждет. На штаны смотришь? Да. Это я ее искал. Я почему-то решил, что она утонула. Она меня дома ждет. Ради бога, не надирайся, пожалуйста, здесь. Иди лучше домой. Нет. Я только пришел сообщить своим папочке и мамочке. Это приятная новость. Бегу. Ты пьян. Хотелось бы. Ты пьян? Нет. Ну что ты там молол про Ларису? А то молол, что она ждет меня дома с ужином и вином. Пьян, накрылся, как свинья, сейчас сюда приплыл. Хватит, Удя, Удя, успокойся, успокойся. Меня уже раз сегодня били. Она была в Москве. Потом переоделась на даче, оставила мне записку. Жду на городской квартире. Это дословно. И ты узнал почерк? Узнал. Значит, это старая записка.
Она ее, может быть, месяц назад написала, а ты нашел и устраиваешь. Не весь что. А еще она беседовала с подругой в Москве и с Гурдовым на даче. Угу. Может, двойник? Есть еще одно объяснение. Литаргия. Чушь. Бред. После 2 суток в воде. Ты еще летающие тарелки приплети или загробную жизнь? Вот-вот. Что вот-вот? Ничего, продолжай. Продолжай. Ладно, все. Хватит. Тут не о чем спорить. Лариса умерла. Остальное объясняй, как хочешь. Мы ее убили, а между тем она жива. Что-что? Знаешь, она в детстве убегала от родителей. Она слышала призыв и исчезала на несколько дней, а потом появлялась. Хватит! Хватит. Покажи записку. Она на даче. Тогда посмотри на меня. Ты что, разыгрываешь меня? То у тебя стул сам по себе встает, то труп в желтом такси разъезжает. Что, решил меня бросить? Зачем? Нашел себе другую дуру. Помоложе. На все готовенькое. Дача, машина. Эх вы, ничего не понимаете. Кто это вы? Материалисты. Тут вон что, а ты... А дача? Да, а дача? Мне 42 года, а я себе нормальную жизнь вот этим вот должна у Юлика зарабатывать. Или я должна убивать. Наверняка и безнаказанно. Другого выхода у меня нет. Имей в виду, я своего не отдам. Даже если Лариса придет и зубами в меня вцепится. Не суетись. Я тебя очень прошу, не суетись. Лариса за другим придет, не это главное. Ты вот все пытаешься словами объяснить, да? А это не объясняется, не понимаешь? Я тоже не сразу понял. Хотя бабка мне с самого детства еще о душе втолковывала. Биополе, аура, называй как хочешь, но отдельно. Понимаешь, отдельно от тела. Как у Ларисы. Тело убили. Сергей. А она теперь ходит за нами. За тобой. Сергей. И за мной. И ждет, когда поймем, чтобы встретиться. Ты ненормальный. Это шизофрения. Паранойя. Ты хоть сам-то понимаешь, что ты ненормальный. Ты сумасшедший. Да тебе самому в желтом такси ездить. В желтом доме жить. Ты псих. Ты ненормальный! Ты слышишь? Ты сумасшедший! У тебя крыша поехала! Ты псих, ты идиот! Ты ненормальный!
Замерзла утопленница, русалка моя. Как договаривались, предъявителя. И две дарственные. На квартиру и машину. Ну вот. Каждый получил, что хотел. Прощай, девочка. Тебе я не советую здесь задерживаться. Переедешь позже. Да-да, я знаю. Прощай. А ведь у тебя до последнего момента был выбор. А зачем свободной и богатой женщине ярмо?